Пошли, Мне там тоже босс. нужно отойти. Отойдете перед боссом, блин. Разролка, да. Я уже дизнул все, но. Мерзавец. Давайте, встали, подбегаем быстрее ко мне. Начинаем лафаться. Думай, все себе кидай сразу. Не надо пока что. И диваном будешь. Пошли. Бьем вот этого медведя, убиваем. Следующего тоже. Отворачивайте только трейдер. Да, объект явно не для хоста. Дальше идем. Агрите тот трэш, отворачивайте к стенке. Отворачивай, отворачивай. Затум, оттабайся. Ой-ой. Чё делать? Все нормально. Не надо там вот. Жизнь отвод. Вы так-то можете добежать. Тотем сносим. Я, в принципе, думаю, Асгарды со своим ДПСом 400 БК просто на легкую могут брать. Не факт. Ну, с ДПСом могут, а так, кто знает. Никто же не хотел просто. Блядь, я посмотрел их стрим, туповатый, как и все, ёп. Ну да, есть такое. Ну, первые убивают боссов, что-то делают. ДПС, ДПС. Там да, да, задумай СС. КД. Сколько? Можно отойти? Сейчас нет. Сколько КД? Если что-то мне таймер сбился, не могу понять. Ну. Минуты две ориентировочно. 2:36. Так, насколько вам отойти обоим нужно? Да ладно, я перед боссом уже отойду. Сколько? Всем привет. Здорово. Давайте перегоним. Сразу, чтобы отошли. 4 минуты вам хватит. Чайник ставлю. Отлично. 4 минуты вам хватит. Там СС, побегаем. Зачищаем там трэш. Убиваем босса. Далее идем. Так, у нас 1.5 часа. Ребята, сори. Фу. Да ничего, нормально. Перекур ставить. Добьюсь пока что. А чё, кого вчера не убили?
Да я чё знаю. Ланус синдролит. Нихера себе, что так надо. А у нас вагоны в рейде были, мы на профи раз 7, наверное, вайп. Да ну не 7, где-то раз сколько, 4 или 5 мы вайпнулись. Ну, короче, много, я не считал, но мы много раз вайпались на профи. Люди просто, ну, элементарно тактику не соблюдают. А плащик дохуя кому нужен? Вот отсюда? Да, вот этот, который упал с сундука. Блин, ну мне нужен, по факту. Я понял. Не, я просто спрошу. Да, я претендовать не буду, нахуй. А он как, он за ГП идет? Вроде да, сундуки. Там за сундуки, да, все за ГП. В прошлый сундуки раз 271 пухи не давали. Только за... Ну ладно, фигня. Не, сундуки и триники здесь ГП, а остальное смысл. Просто я не знаю, он идет как грид. Ну вот этот, вот, точнее, минор апгрейд на CLK. Нет. Тогда я даже не знаю, блин, нет. В принципе, из CLK хочу забрать. Кем Войд идет? Варом? Друидом. Ох, он стонать будет, если Зов упадет. Ну, что поделать. Сколько там на нем ГП висит? 331. 331. Сейчас я спать и выйду, репати мне дашь. Чего? Да там место какое. Так, Джованни, Зидум, Викас, оо, Мангал. Я его заберу, хрен знает. Ну давай, в принципе, ладно, пускай он пока будет. Ой, сейчас. Еще раз. Я кину. Просто, блин, хочется, в принципе, и нету. Да, успокойся, пока что он зайдет нормально. Че ты паришься? Да понятно, у меня просто вообще шлак стоит, вот. Смотри. 207, ну и чё, у меня, думаешь, лучше, блядь, на холик. Да не, не, не. Смотри. У тебя холик, а это холк-спек. Ну ладно, нет, блядь. У меня холик, а вообще, это третий спек, блядь, вы сами парень. Понятно, понятно. Оф-спек. Я вон этот, с шпшкой вообще, смотри, голова какая бегает. О, чё поделать. Ну это просто, нравится, просто лучше не падать. Я так бы ее взял, ну, на холли приставит. Ну, угол. Если там видишь, как его, в приоритете чего выше люди, смысл тебе, блядь, да. Копить ГП, ну, копить ЕП на ХПР, блядь, если ты можешь отсюда взять более-менее пиздатую шмотку. Ну, она не намного хуже, чем тот плащик. Там... Я даже вообще хотел себе донатить. На чуть-чуть плащ похуже, но что поделать. Один пояс резкий будет, он будет пизже на всего, ёпти. Да. Ну я еще жду, потому что зимой будут героические рейды вводить этот ОКЗС. И там что-то можно будет поднанатить прям такое конкретное. Так, перерыв закончился, чек на ФК. Но пока оно выйдет, мне нужно что-то с чем-то бегать. С Doom тут, вешай на CSS сразу, чтоб от КД шел, на всякий случай. Так, садись кому-нибудь на мамонта. Я повешу на тебя диван. Этот, да. Так, запрыгнул, диван кинул. Шерпистол вес у меня. Пока еще не все пришли. А диван сколько висит? Три минуты вроде. Три, да. 3 минуты. Вставай. Блять, ну нахуя? Ну нахуя ты это сделал, да ёпта? Кто что сделал? С мамонта слез. Пиздец, да ты слазь нахуй, хули дел. Снимай диван. Будем так пробегать. Да? Ну так а зачем слезать с маунта, блять? Ну пиздец. Чек на готовность. Войд пришел. Будем так пробовать проходить, хули делать. Я предлагаю этого первого сольем, а дальше побежим. Значит, я думаю, сядь лучше к турбе. Я танк, и меня первый сольем. Да, турбо. Да ты можешь этот, сам бежать, на.
И зелье свободы действия, блядь, попьешь и все нахуй. И побежишь за танками. Да, мне есть. А, ну тогда все отлично. Сам можешь, блядь, хули. Так, чек на готовность. Давай, Войд, подошел. Угу, задум здесь. Все, танки, свободу действия пропейте. И побежали. Побежали. Давай, 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 по прямой, по прямой. Давай, 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 давай. Даю этот ауру, побежали. Пиздулась, пока вы тут бегаете. Блять, я туда вообще иду. Что-то куда-то мы не туда, за Алисой побежали, а она вообще не туда. Прошел. Все, отлично, стоим. Далеко не убегайте. Хай. Сейчас над думчиком мобы сагрятся. Где? Че нет, а ну давай. Вставай. Дум. Отбегай сюда. Угу, матрец. Отлично. Да кого не достанет, значит, встаем, побежали. А за сумане, точнее. Давай, да, не достанет. Ну, давай, да, точно. До остальных, может быть, достанет. Войд, поднимайся. Алиса. Достали по вам? До остальных? Нет. Значит, встаем. Так, Алису. Сумоню. Войда, за сумоню, чтоб пистола бы. Ну, сумоните. Ты завела меня в могилу. Да я потерялась. Сейчас подойду. Зачем?
Сразу мы два человека. Зачем? Тут персы нет. Босс будет дышать как на рандомного человека в рейде. Соответственно, кто смотрит от этого человека, ну, то есть босс смотрит в ту сторону, то между человеком и боссом также получает дымак. Это прохиливает. Далее. Соответственно, босс убьем по стопротами. Босс будет раз в несколько секунд порталаться в центр и раскидывать бомбы. Сейчас я вам линкану в рейд-чат. Огненная бомба называется... Это способность. Соответственно, он портуется в центр, разбрасывает бомбы по полу. Далее. От этих бомб надо набрать рейндж 6 метров. Соответственно, близко к этим бомбам не стоять, потому что иначе вас шотнет. Дальше. Соответственно, во время этого каста, вот сейчас я бегаю, где видите звездочка. Это раз. За боссом это два. И где луна и трусы, там будут огненные стены. Соответственно, он перекрывает выход с этой комнаты. Если вы к ним близко подойдете, вы также сдохнете. Надеюсь, это понятно. Дальше. Развернули свою голову на 180 градусов, посмотрели вниз лестницы. Стоит крест и квадрат. Соответственно, босс будет призывать моб. Смотрите ли кладки. Будет от креста и от квадрата. Соответственно, от креста он будет идти к трусам, от квадрата идти к луне. Дальше. Который со стороны креста мы убиваем. Это первый раз, когда их призывают. Со стороны креста мы убиваем, со стороны квадрата мы его поддамаживаем и оставляем где-то 50-70 хп. Дальше идем играть в босса. Что они делают? Они идут до, как вы смотрите сейчас, развернулись обратно, смотрим на босса. Там, где трусы и луна, есть мостики. Соответственно, они идут к башенкам, где есть яйца. В сумме яиц 36. Дальше. Соответственно, с каждой стороны по 18 яиц. С этих яиц, эти смотрители кладки, они их разбивают, появляются дракончики. Можно посмотреть, которых мы убили две штуки вот заранее трэш. Соответственно, они агрятся вторым танком, это будет Войд, потому что у него САУЕ огром лучше. Как его? Набирает их. Соответственно, когда моб все разобьют яйца, с одной стороны, Войд их зацепит. Соответственно, Рога, ты даешь на него напу. Далее мы их АУЕшим. Эти мобы, кого они бьют... Соответственно, на того они вешают дебаф магический, который надо будет диспелить. Диспелить будет Саль, Шерпистул и, по возможности, я. Соответственно, еще раз повторяю, пожалуйста. Диспелить надо будет магический дебаф, который вешают дракончики. Ты его увидишь.
Маз диспелом диспелится? Нет, не маз диспелом, а ты будешь точечно диспелить с танка, свой биста. Понял. Потому понял. Что иначе еще. Его просто может шотнуть из-за много стаков. Дракончиков будет 18 штук. То есть появляются дракончики, мы начинаем их бить, то есть даже когда они еще вызываются, ты этот царем обезьян их диспелишь. Соответственно, также стараешься прохилить хил, этого рейд. Далее. Этот, как его, бьем дракончиков, убиваем дракончиков, играем по боссу. Соответственно, выходят заново мобы, мы не свичимся в них, они доходят, разбивают яйца, мы играем все время по боссу. Мы играем как его, босса, дальше дракончики разбиваются, мы убиваем дракончиков, как его, и играем чисто по боссу. Если мы это делать не будем, на 35 или на 40% он... как его, разобьет все яйца, соответственно, это вайп. Надеюсь, понятно. Во всем время этого прохождения боя нашего с боссом будут также эти огненные бомбы. Что следим за этим. По тактике я вам все объяснил. Рыбу проели. Рыба уже исчезла. Пропили сапроты. Чек на готовность. Первый на пул Морфиса дашь в Эвинар. Эвинар будет... Дальше будешь напуливать дракончиков только на Void Beast. Все готовы? Отсчет на пол. Мобы, пошли по мобам играть. Лево убили моба? Да. Справа поддамажили чуть-чуть. Бомбы. Бьем. Бьем. Ой, даже вверх. Сара. Все, все, отпускайте моба, пусть он идет там его потом. Все, будет. Блять! Эвейдим, не давай, БР. Эвейдим. Подбегаем звезде быстрее. ПП это убери. Угу. Не арестный, не беспокойся. Рыбу поели, быстрее так. Лапу войд бафте. Тём, давай, если кто не уверен, пусть за тобой бегает на бомбочках, за звезду. Блядь, тут хиллбот багается, сука, я забыл. На меня метку поставь, я попробую. На ассиста. Вешай на себя, если что, метку. Вот звезда будет на мне. Окей. Печенька со звездой за печенькой. За я мой квадратик. Так. Сейчас я отпиваюсь. Чек на готовность. Бафы просмотрели сейчас. Блять, поставлю я, короче, защиту от темной магии. От огня. На всякий случай, блядь. Давай. Все встречу. Готовы? Отчет на пол. Когда огненные бомбы, поднимаете голову вверх, чтобы их не было у вас рядом. Господа, вы стойте, разводим, чтобы не по всем. По мобам играем. У тебя еще нету голосов? Нет. Но я голосовал. Ну, у меня 3 часа голос шел, так что... Бомбы. Все, не бейте, моба не бейте. Все играем потихонечку в босса. Все, отлично, по боссу лупим.
Войс, пока он идет, ты можешь бить босса, если что. Да, можешь не бить. Бей, следи за, за трэшем. Убирай лучше трэш. Бомбы. Аккуратно. Блядь. От забора дальше отошли. Да, мастер аут. Угу, диспейл. Диспейлим. Да по диспейлу все четко. Хиль, я нон-стоп, у байда по диспейлу. Так, бьем трэш. На пол его я дал. Дум, доливаем того моба на мосту. Да я стан по нему дам во время этого, когда он подойдет. Диспельте. Бомбы. Диспелим. Не забываем. Отлично. Вот как убьете мобов, кинь по мне ино, пожалуйста. Трэш выходит. Да пусть выходит, Тём. Нормально, нормально, бьем босса. По боссу играйте. Вот тоже бей. Царь, дай гимн на ману. Кто, бля, на пути не достал, достал здесь. Да, нормально. Бомбы. Ой, готовься собирать. Ебать на сам. Клоняемся. Отлично. Сука, почему ты не дает вас саппорт? Ну, вы пизда. А чего я сдох-то, блядь? Заебись. А, да, баф дали по мне. СС можно на кого-то повесить. На меня повесить на всякий случай. Блин, я звук отключал. На кого? На мидвея. Бей. Бомбы. Все, лови всех. АОЕ на пул дай. Погоди, погоди. Раньше времени не говори, Дим. На пул. В чем на проблема? Пул теперь давай. Не все не выбежали, не все драконы. АОЕшим. Пистол, давай гимноману. Дал. Все, босс мешок. Ура, можно босса победить. Бомбы. От бомб главное уклоняйтесь. Дал прожимку на всякий случай. Сейчас увидите берсу у босса. Жесткая, самая жесткая берса. Сы. Дышит,
ничего, ничего, я ману регеню. Спиной стоит. Я ману регеню. Бомба. Какой интересный босс, а как такой интересный хит. Берсар. Но я думаю, когда они Геру откроют, тут будет жестоко. Тут изменится тактика, не забывай. Ну да, и плюс тактика поменяется. Это тактика БКшная. Бомба. Там тринки обещали неплохие вести. Турбо что-то завис, по-моему. Бомба. Что, даже напоследок никто не сдох? Турбо вылетел. Ты считается, что умер? Нет. Есть сюрприз для вас. О, хорошо. Так. Сейчас я сменю. Слышишь, но я за ДК зайду. Кинжал. Где сейчас разрол будет? Да, бегите на сон быстрее. Кинжал на СПД никому не нужен. О, погоди, мне кинь, я на сову заберу его. Ага, хорошо. Так. Грудак. Потому что он может кинжал. Обмен кинь. Так, дальше. Тело тканевое. Надо кому-то? Не было. Тело надо тебе? Да, давай. Представляю, будет в сове. Так, кольчугу, штаны вот эти я заберу себе, потому что она нахуй никому не нужна. Дальше. Кольчужное плечо. Надо кому-то? Я так думаю, нет. Дальше. Шея 264. Надо кому-то? Мне тоже надо. Собирай. В обмен кидай. Кому? Медвея. Звездочка. Даю. А зачем она тебе нужна с хостой? Нормально. Кто с хостой? Шея. Она с духом. У меня с меткостью шея. А, ну если только так. Да? Не надо никому. Да, дальше. Никому не надо, чем... Латная башка та же, никому не нужна. Выкинуть. Красивая. Далее. Плащ. За ГП, не забываем. Как же меня жаба дует. Тоже. Чё, кому надо? Сайт, давай обмен. Собирай. Это же как сырозки получается, да? Да. Да. Мне все равно жаба душит, блин. Ну, с Герой с Вальки лучше. Да и ясное дело, что лучше, но там ее забирают. Ну, знаешь, сколько? Нет, с Вальки, блядь, он не выпадает банально. Вот такая. Он еще там претендентов как минимум. Дальше. Вильнилон нужен кому-то? Роги есть так. Морфис обмен. Это дай пати Димону, чтоб я успел присумонить, пока шкаф стоит. Yes. Так, где он? Плюсовал? Он еще не зашел. Что будем думать с царем? В хиле пусть? Я в хиле, да, не надо. Это, короче, как это? ШПС не нужен. Блять, успокойся нахуй, мы и так проживали.
Ну, посмотрим. Не проживем, значит, спекнется в хила. Проблема в этом не вижу. А мне в СП, ну окей, сейчас спек. Так, далее кольцо. Войд, выкинь на ролл. Оно с короче, боком щита, оно только тебе подойдет. Прихалюха такая. Ну, может, третий. Может, ума заберет. Блок щита. Ну, так, плохо, ладно. На этот... Я бы на успеха такое бы собрала. Пошли. Дальше. Турбо, а у тебя пробегаем. Быстрее пробегаем аккуратно. Я не понял, что ты сказал. А витрин? Да. Витрина. Да, есть. Есть. Я тебе с ГБ дам, обмен кинь. Ага, для меня этот сокет нужен, этот СПД фаст сделал. Сделаю сейчас. Пьем. А, наверное, даже не СПД фаст, а СПД нет. СПД меткости у меня нет. В смысле, у турбо нет СПД меткости? Не знаю. Если у нее есть, то... У меня есть. У кого? Турбочка? Турбо есть. Че, блядь, у меня голос совсем не похожий, да? Не, да. Чуть-чуть был не похож. Ну это да, ты делаешь сам, я кино брат. Немножко сейчас что-то. Я тебя перепой. Ты у кого там воруешь? 7 гесанитов, блядь. А я их, у меня, короче, 8 камней ночи, там 7 гесанитов. Я их продаю потихонечку. Я вот как говно какое-то в РБК, так я его сраливаю 100%. Синие камушки кидай на микстурку. Жулик, не воруй. Не продавай. СПД меткость же, да? Все верно? Да, СПД меткость. А как какой-нибудь выйдет, я там не знаю, этот... Сердолик. Пиолицит, и я такой в говне. Здравствуй. А у нас турбо обычно любит красную полироль нахуй пиздить. Да, есть. А он ее потом отдал. Я помню это, блядь. Причем две штуки! Ах ты, вот такой, как бы, а вот мне дать, блядь. Две штуки полироли, так, блядь, зажопил, на. Не, ну я не падал. Так понимаешь, брат, за брата. Я тогда в ботанику ходил. Такое за основу взял. Ты просто не кастер. А я, кстати, туи царь веда. Вот так вот, слышь, царь, с тебя полироль, блядь. Там была полироль моя. Ничего не знаю, моя хатска. Хилишь на боссах все сам, бля. Изи! Тебя хилю! У честного фраера последнюю полироль отнять пытаюсь. В смысле, блядь, последнюю полироль, нахуй? Я ее, блядь, сразу заполирую, нахуй, а ты еще нет. В смысле? Я тоже сразу все полирую, ты смотри. Ща я тебе линковать бы, хорошо, что этого, как и чулана нет. Так, ладно. Это бомбомбил, он видал, раз. Так, вот. Погоди. Молочага. Так, ладно. Ооо, красава, да. Не надо. Так. Демон. Демон, дракон, пиздец, да ну нахуй. Ну да, как-то не фартануло. Бля, дракон, чё делает дракон? Я не помню. Да, дракона можно вроде залить. Ну, нихуя не делает. Да, у вас все нихуя не делают. Дракона можно АОЕ залить. Дракон нихуя да. Страшно он жмили не бьёт, делает. Там чё-то. Да. Да я всех могу потанчить. Фирять, не знаю, попробуй дракона пофирять. Такс, Турбыч, твоя звезда. Так, царь, твоя луна. Трусы, на. А что я с луной должен сделать? Шакал? Да, это нежить. Это блядь. Давай, я могу на него только посмотреть. Я понял. И все. Ладно, хорошо, я его по контролю. Луну по контролю сам.
Такс. На, запомните только. Ту ебаную луну. Так. И скользь. Это животное. Чем делать? Спячка. Но друид у нас танчит. Учитывая это. Так, знаешь что? Турбыч. Этот, задумчик, давай-ка ты животное можешь терять, нет? Войд может, Войд. Ну, Войд-то может, но Войд танчит, блядь. Ребят, не забываем, здесь нам на ИДПС. А у него разве он из формы выходит, когда он кидает свой... Не знаю. Это каст. Да похуй, я потанчу мобов. Чего он, блядь? Да ну, нет, скользь этот, который самый правый, он кастует яд. То есть ты его нахуй мели не потанчишь. Какой яд, на одного или на всех? Он кидает на цель яд. Ну плюет, блять, в нее. Ну пускай он кидает. На, будет прохиливать меня. Ты продиспалишь, ты ж можешь диспалить яд. Ну, да ты молодец, ёпта, ничего, что тут жесткий дамаг будет на этом. На перифазах, типа. Да. Я первый раз не знаю, что за перифаза. Так, давай-ка лучше дракон хуй с ним. Дракона потанчит. Давай-ка задумчик, попробуй трусы фернуть. Если не получится, там ляжем, посмотрим, будем что-то... Так, ладно. Дракончика держишь, дракона и велителя мол. А он этого демона не сможет приручить случайно? Нет. Погоди. Нет, ты не можешь, да? Сука, хуёво. Ладно. Суть в том, контролят луну, я контролю, соответственно, трусы. Задум, ты фиряешь, звезда, ловце, тур. Дальше. По тактике босса. Соответственно, босс... Бьём, играем чисто в босса. Дальше. Босс будет кастовать молнии духов, это ОЕ каст у него. Соответственно, надо прохиливать рейд. Это для хилов. Это для тебя шерпистол, для меня. Соответственно, далее. Он похищает. У него есть похищение мощи. Он ворует по 1% урона от всех. Соответственно, добавляет себе 10%. 10, понятно. Это каждый раз, когда он кастует молнии дух. Далее. У него есть еще одна способность. Это воровать у рандомного человека в рейде 3 способности. Я не буду озвучивать все способности, я озвучу те, от которых может сдохнуть рейд. Соответственно, первая способность, он может своровать с ДК. Это лужу егошню. Соответственно, лужа может кинуться и в мили, и в РДД. Соответственно, за этим следим. Анонситься будет. Если она будет в мили зоне, соответственно, босса будет отводить с этой лужи. Далее, милишники, не забываем, рейндж... У босса фрейм большой. На самом большом рендже его бьете, чтобы быстро можно было вывести с лужи. Иначе вас просто шотнет. Там лужа дамажит по 11к в секунду. Далее. У друидов он ворует шип. Дальше. Хантов у нас нету. У магов ничего особо сложного не кастует, только оковы. Кольцо льда. Упало, он ворует освещение. Соответственно, освещение кинулось под боссом. Это для милишников. Вы сразу же от босса отбежали. Босса поставили, босса начали бить. Далее. У Роги он ворует только ослепление. Шарпистул. Ну, ослепление, нейтрализующий яд на уменьшение хила. Если что, яд я продиспелю, но смотри. Может кинуть на меня блайнд. Соответственно, как... Должен будешь прохилить. Угу. Далее, шаманов у нас нету. С чернокнижника он ворует огненный ливень. Огненным ливнем у нас чернокнижник не бьет. Соответственно, смотрите, он может быть также в мели, также в РДД. Так, и воинов у нас нету. Соответственно, по тактике я вам объясню. Слуш, выходим. Все, и бьем босса. Ничего особо сложного. А, с пристов. Он ворует майн-контроль, шипешник. Шипешник или с ДЦшника, возможно, из того, и с другого. То есть у них 4.
кастует. Был прецедент, что был ДЦ и контроль над разумом. Меньше вероятность. Мы это должны прожить, соответственно. Баблы, хуяблы и все остальное вешать. СС, да, повесь на меня, пожалуйста. Так. Рыбу я вам поставил. Рыбу поели. Босс будет танчиться вот тут. Это первая его точка танкования. Вот здесь. Чек на готовность. То контроллер подошли, вот где турбо встал. Матумов готов? Все готовы, отчет на пол. Контролим. Ой, отводи. Отводи, 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 еще дальше. Ну, овца бегает, хилит. Ну ничего, значит, бьем. Блять. Трусы. Да, какого хуя ты кастуешь-то, блядь? Там копии сбивают. Алло. Больше ДПС ставим. Так, Вайда. Блядь, где он? Дим, говори, с кого воруют. Все провис? Нет. И что? Лаг жесткий был. Да блять! Не выйдем че? Да как ты его не заявишь, диван? Ну, умираем, в смысле. Умираем. Третьего хила спикайте. Давай, царь хила. Сука. Я че, дракон убью тут даром огромный? Вары. Способности увешены. Да, походу. Масс я сейчас дам. Да, я встал. А, там УДК своровало, да? Ну да, УДК, но смысл, если уже падать начали. Ну да. Достало для всех. Поем, рыбу кушаем. Как ты хилил, сырпиздук? Как хилил? Ну, молитва исцеления, круг исцеления. Ой, молитва восстановления, круг исцеления, молитва исцеления. До этого обновления накидывал? До обстрела? Нет. Обновление обязательно накидывай. Это прибавка к бурстовому хилу твоему. Да, обязательно. Просто накидывай. Если я буду накидывать обновление, то у меня мана кончится через 2 минуты боя. У тебя есть цели, которые не хилятся вообще. Это Зелум, Турбойс и Рога. Понял. Обязательно надо кидать. И на себя тоже. У вас от хила нет. Сейчас вот царь будет хилить, вы захилите стопудово. Если ты один хилишь, то имей в виду перед обстрелом накидываешь обновление на 4 этих человека и потом уже кастуешь.
Можете чинилку поставить мамонта? На, Джекс. Давайте, по времени у нас осталось 50 минут. Мы должны этих двух боссов закрыть. Фулл баф дали. А где мы? Сумон просит. А ты где? Угу. Что-то у тебя лишнее. Вот крит, по-моему, вот эти два надо очка убрать и кинуть их в прозорливость. Прозорливость надо брать на фулл. Обязательно. Откуда убрать надо? Из крита. Специализация на светлой магии. Два очка убрать и кинуть в прозорливость. Этот крит до пизды вообще. А прозорливость обязательный талант. Пчелкин? Можно. В чем проблема? А почему просто не берет колодец света? Потому что нужно рейду жмякать.